Всем привет, меня зовут Андрей, и мы сегодня хотели бы поговорить с вами о итогах первого и второго бета-сезонов ранговых боев. Для начала хотелось бы отметить, что оценивать беты по отдельности не хотелось бы, потому что это один большой эксперимент, который мы проводили. Мы тестировали разные гипотезы в разных сезонах. Что было хорошо, что было плохо? По первому сезону массовость, количество людей, которые смогли достигнуть топа, получить классные награды за первый, второй, третий дивизионы. Во втором сезоне напряженность, сложность, соревновательный дух. По-моему, это собственно, то, чего мы хотели достигнуть. Теперь про плохо. В первом сезоне получилось слишком просто. Вот. Можно было получить пятый ранг, просто насидев его. Во втором сезоне получилось слишком жестоко, получилось слишком безжалостно. Мнения игроков разделились в одном вопросе и точно совпали в другом. Все игроки говорят, что стало заметно усложнение по сравнению с первым бета-сезоном. Что обсуждают игроки по-разному, это настройки системы шевронов. У нас есть игроки, которые говорят, что стало лучше, когда мы не выдаем проигравшим. Есть игроки, которые говорят, что проигравшие тоже должны получать, чтобы каким-то образом мы более активно поощряли их скилл. С другой стороны, как игрок, меня нормально пригорело. Наверное, много у кого другого. То есть в этом сезоне у меня выше третьего ранга не сложилось вот прям вообще. Поэтому чувства смешаны, поляризация очень сильная. Вот. Но ну, на самом деле, если серьезно, то, конечно, я доволен. Мы, по сути, получили очень сравнимую аудиторию с первым сезоном, несмотря на то, что мы перегнули палку, наверное, со сложностью в этот.